В спорткомплексе «Тулпар» прошли соревнования по мини-футболу на Кубок Дружбы. В турнире за право стать лучшими в футбольных баталиях сражались представители детских домов нашей области. В итоге победителями стала команда интерната для детей с ограничениями в развитии. Счастью, футболистов нет предела. И кубок выиграли, и сладкий подарок получили, и руку главному тренеру, и футболистам Тулпара пожали. Сегодня их день. В упорном финале вверх взяли игроки детского дома для детей с ограничениями в развитии. Также организаторы наградили лучших игроков прошедших соревнований по номинациям. Одно из главных преимуществ этого турнира, что за игроками и футболистами наблюдает сам Амиржан Муканов. Главный тренер мини-футбольного клуба «Тулпар» отмечает, что есть среди ребят талантливые и, возможно, в будущем им найдется место в большом спорте. После окончания прошлогоднего турнира отмечали, что есть хорошие ребята, и не один, интересные. Они пришли к нам, и некоторые из них тренируются. И достаточно перспективные. В прошлом году в этом турнире принимали участие 4 команды, в этом уже 6. В планах организаторов в будущем сделать эти соревнования международными, приглашать команды из других городов и стран. Мы видим, какое удовольствие получают дети, как это социально значимо для нас, для них, для города. И хотим, чтобы кто-то, может быть, попал в Тулпар. А в основном, чтобы дети получили заряд здоровья, удовольствия и выросли хорошими гражданами нашей страны. Также руководство «Тулпара» планирует проводить внутренний чемпионат области среди детских домов, а финальная часть будет проходить в спорткомплексе «Тулпар». Куатшин Шарбаев, Рустам Бараев, Валентин Ковалев, 5 канал.